Ну, я не знаю, какую роль играет у аутсайдера, потому что мне не довелось в таких командах играть. Ну, я думаю, что любой аутсайдер, он всегда очень серьезно настраивается на фаворита. И отдачи происходит больше, и борьбы больше. И поэтому происходят такие вещи. Это футбол, игра. Хотел спросить про настрой команды. Вот бывают случаи на матчах, когда вот тяжело игры складываются. Иногда надо вот помочь команде чем-то. Настроить ее. Вот вы именно, когда мне говорили какими словами, или ваш капитан помогал там. Пример приведите, то есть случай, когда нужно было какими словами подбодрить команду, чтобы помочь вытащить матч. Ну, естественно, такие моменты в спортивной карьере были. И очень важна роль лидеров команды, которые могут переломить игру в пользу своей команды. И когда ты видишь, что твой партнер полностью отдается игре, полностью не жалея себя, соответственно, и рядом партнеры тоже начинают так же играть, и это приносит свои плоды. Ну, потому что эта команда, она выделяется на фоне других своей сплоченностью, своим стилем игры, своим отношением внутри коллектива. И эта команда победитель, которая все время играет только на победу. Ну, в каждой команде по-разному. Есть команды, где тренер назначает капитана, есть команды, где игроки. Как было в «Спартаке», когда вы играли? Ну, в «Спартаке» писали записки и тайным голосованием выбирали капитана. Ну, потому что этот вид спорта дает много возможностей для импровизации, для красоты. И он коллективный. Но мне очень нравилось играть в моей команде. А пожелать я могу здоровья, без травм и побед побольше.